первый час температура в помещениях достигает 600 и более градусов. Образуется большое выделение дыма. Многоэтажные высотные дома становятся характерной чертой современных городов. Чем это вызвано? Конечно, в первую очередь, дефицитом городской территории. И этот дефицит вынуждает архитекторов активно использовать подземные пространства. Под административными зданиями и промышленными корпусами в многоярусных подвалах размещаются гаражи, вспомогательное оборудование, кабельное и складское хозяйство, прокладываются коммуникации. И, как правило, они оборудуются средствами автоматического обнаружения и тушения пожаров. Типовые проекты многих жилых зданий также предусматривают устройства в подвалах подсобных помещений. Здесь складывается старая отжившая мебель, нужный хлам, а рядом нерадивые жильцы хранят бензин, банки с краской, лак и другие огнеопасные вещества. Много. А вот пожарной автоматики нет, хотя порой она очень нужна. Улица Новомосковская, 8, центральное помещение. Время 12:00. Аварийная водоканала? Вышлите машину к месту пожара. Улица Новомосковская, 12:00. Скорость выгорания в подвале достигает до килограмма на квадратный метр в минуту. И в первый час температура поднимается до 600 градусов. Более густой и ядовитый, чем при обычном пожаре, дым устремляется в лестничную клетку, заполняет верхние этажи. Руководитель тушения пожара должен немедленно выяснить обстановку. Алматы-3, Алматы-3, я 21-й. Рыба вместо вызова. С подвала идет дым. Эвакуация отрезана. Люди просят помощь. Объявляю вызов номер 2. 21-й, я Алматы-3, поняла вас. По улице Новомосковская, 8, жилой дом. Объявлен вызов номер 2. 12:14. Внимание. По улице Новомосковская, с места пожара объявлен вызов номер 2. 12:15. Первая часть. Поняла. Ясно. Третья. Ясно. Затем поставить бойца с переговорным устройством на посту безопасности и принять все меры для спасения людей. Для выпуска дыма немедленно вскрыть окна на лестничной клетке и двери на чердак. Одновременно со спасением и эвакуацией людей отправить в очаг пожара звено газодымозащитников для ведения разведки. Горгаз,
Горгаз, пожарной охраны. Вышлите на аварийный электросети. Улица Пожар, улица Новомосковская, дом 8. Да. Вышлите все машины к месту пожара. 12:17. Занята огнем большая площадь. Температура очень высокая. Работать в подвале невозможно. Сейчас дорога каждая секунда. Руководитель тушения пожара обязан немедленно включать в работу прибывающие силы. Командиру первого отделения организовать звено ГДЗ для проведения разведки. Командиру второго отделения автоцистерну на гидрант, предварительно разведную сходу в подвал, марш! С первыми подкреплениями прибывает штаб тушения пожара. Он принимает на себя руководство всеми работами. Нужно спасти людей. Пострадавших с нижних этажей используются лестничные марши. В избежание несчастного случая район пожара должен быть оцеплен органами милиции. Ошибка при страховке может привести к роковым последствиям. Который наблюдает за работой личного состава в задымленных помещениях, проверяет и своевременно меняет кислородные баллоны и регенеративные патроны. Первым делом должны быть использованы генераторы высокократной пены. Количество их расчетным путем определяет штат пожаротушения по формуле, где N – количество стволов генератора высокократной пены, B – объем помещения подвала, измеряемый в кубических метрах, K – коэффициент разрушения пены, принимаем обычно 3, Тау – время тушения пожара в подвале, принимаем обычно 10-15 минут. И Ку – расход генератора высокократной пены до пени. При развившихся пожарах штаб создает несколько боевых участков. Со стороны основного входа, соседних секций, первым, а при необходимости и на верхних этажах. Со звеньями поддерживается с помощью переговорных устройств и рации.
вместе с пеногенераторами в подвал подаются дымососы. Температуру, препятствуя разрушению железобетонных перекрытий и распространению пожара в жилые помещения. Она легко преодолевает повороты и подъемы, особенно в тех случаях, когда с противоположной стороны ведется интенсивный отсос воздуха. Даже решетчатые двери могут стать преградой. Товарищ капитан, объем подвала заполнен пеной. Дополнительно. Внимание! По улице Моя Московская, 8, жилой дом, пожар локализован. 12 часов 27 минут. Для ликвидации оставшегося огня в очаг пожара направляется звено газодымозащитной службы. Участки в первом этаже необходимо постоянно контролировать состояние пола. Особое внимание обратить на перекрытие в местах прохождения различных коммуникаций. При обнаружении интенсивного дыма произвести контрольное вскрытие. Помните, огонь коварен. Он может затаиться, чтобы затем вспыхнуть с новой силой. И ликвидировать горение нужно с особой тщательностью. Работать в кислородно-изолирующих противогазах. Люди быстро устают. Поэтому непременно надо организовать резерв личного состава, постоянную подмену смены. Огонь подавлен, и в этот раз люди победили стихию.
14. Пожар по улице Новомосковской, в жилом доме номер 8, ликвидирован. 14, я Алма-Ата 3, поняла вас. По улице Новомосковской, 8, жилой дом, пожар ликвидирован. 12:36. Но важно не только победить огонь. Необходимо разобраться в причинах пожара и исключить его возникновение впредь. Организация тушения пожара зависит в целом от состояния организации службы в гарнизоне, от степени подготовленности к боевым действиям личного состава гарнизона. Поэтому каждое пожарное подразделение, каждый боец должны четко знать свои задачи, уметь быстро и слаженно работать в сложных условиях современных городов. Помните, от этого порой зависит жизнь и здоровье советских людей. We'll be right back.